Света, привет. Привет. Продолжаем серию наших интервью. И у меня рубрика называется «Грани талантов души». А я знаю, что ты увлечена и в жизни живешь таким странным словом «мувс». Непонятно. Я слышал только, что это Международный университет физики сознания. А расскажи мне, пожалуйста, простыми словами для моих читателей и слушателей, а что же такое Международный университет физики сознания и почему ты вдохновлена, и это дело твоей жизни? Жизнь, которая вечная, да? Ну, в том числе. Того отрезка, в котором ты сейчас живешь. Да-да-да, вот, да, это ближе. Простыми словами, это интересный момент. Простыми и погромче. Погромче, вот так. У нас немного моря с нами, третьим. А мне кажется, звук плохой будет. Это кажется. Мы хотим, чтобы был звук хороший. Дух мой сделает все. Да. Но мувс, вообще мувс – это перепрошивка сознания. Я так это обычно презентую как в определенных кругах. Я не знаю, какая у тебя аудитория будет. Но это именно, что есть старая прошивка 3D-шности, где есть какая-то борьба с миром, какие-то ограниченные ресурсы. Люди, которые что-то отдельное, что-то делающие, тебе приходится с этим взаимодействовать, подстраиваться. И есть новое сознание, как раз пятимерное сознание, которое более широко, более целостно, когда ты смотришь на мир не как на что-то отдельное, а как на твое продолжение. То есть то, что из твоего сознания, не то, что даже проецируется, но что внешность обманчива во внешнем мире, но что это четкий слепок того, что у тебя в сознании. То есть если кто-то где-то что-то отрицает, это значит, я где-то у себя отрицаю. И там подожди, есть... я чуть в шоке. Так. Но я знаю тело как бы. Ты в шоке? Да. Ну, возможно, душа еще как-то вот я чувствую там. Ну, какое-то слово «дух» я слышал. А сознание – это что вообще такое? Ну, как мне нравится раскрывать это, сознание – это абстракция. По сути. То есть это то самое все и ничто в контексте, что ничего нет, и есть все, что угодно. То есть физика сознания, у нас университет физики сознания именно, что... Так вот, в том-то прикол, что если ты говоришь про сознание, и ты говоришь про материю, да, то есть ты их, условно говоря, разделяешь. Есть сознание, в котором ничего нет. Есть материя, которая четко показывает, что есть сознание. То есть в сознании ничего нет. Но ты через свое сознание, то есть своим желанием именно в материи что-то прожить, в том числе, то есть телом что-то прожить, да, что-то там почувствовать. Смотри, у нас тут. Да, цепи вон материализовались, да, из какой-то жизни. Я ее просто привязал здесь на лестнице. Как бы. Слышно. Вот, и вот это все условно мы разделяем, работаем с сознанием, но при этом физика сознания, это значит, что есть сознание и есть то, что отражается на физике. То есть физика сознания – это как следующий шаг эволюции науки в контексте физики. И в то же самое время то, откуда начинается, потому что квантовый суп – это самые маленькие частички. Короче, ты так жарко на лестнице, да, или просто капец, ты что-то говоришь, что я вообще ничего не понимаю. Можем переехать. Не-не, переезжать никуда не будем. Ты мне просто еще еще проще. Давай. Но я знаю, что первая ступень базовая в университете физики и сознания стоит 7000 евро. Ну, на момент 11. А, уже 11. Угу. Но 5000 тонн. А, даже подожди, 12400. А, да. В тоннах он. В тоннах, да. Он в тоннах, короче, вешает. Если вы не знаете, что такое тонны, вам вообще выключайте эфир сразу. Вот, 5000 тонн. И человек, который 5000 тонн заплатил, это в рублях, это больше миллиона рублей. Я не знаю даже, сколько в рублях, да. Да. И он такой, Света, а что же? Как? Ну, понятно, что он уже подготовлен, понятно, что он уже знает, что, понятно, что он уже как бы куда-то движется, понятно, что он уже заработал денег и находится в вопросе. Но вот на базовом курсе, на первой ступени, я понимаю, что дальше есть вторая, третья, погружение, там вообще раскрытие. Ну, можно так сказать. Да. На самом деле два курса, базовый и преподаватель. Кто этот человек вообще? Кто этот человек, который с таким запросом живет, чтобы взять 1 200 000, отдать за 2 недели взаимодействие с тобой, в группе, онлайн причем, ну, можно офлайн, я так понимаю. Да. Что за вообще позыв? Какой у него запрос внутри, что он не может найти ответ сам?
По сути, это запрос, который почему-то идет, что он свыше, в контексте, что когда ты чувствуешь, что то, что происходит вокруг, это не то. Уже заработал денег, уже там была семья, уже поиграл в бизнес, поиграл в любовь, поиграл там еще в сотворение чего-то, оно не то. То есть уже приелось. Это вот люди как раз с деньгами в том числе, да, девочки, тачечки, не то. Хочется чего-то, вот полета души, вдохновения, любви, вот чего-то такого хочется. И уже ходил ко всем психологам, и там все эти турбосуслики, да, и так далее. И не случается, не случается. И тут входим мы, мувс, которые на простом, как правильно, языке, я просто не очень простом, скажем так. Но мы входим и что-то говорим, и очень часто непонимание идет. Вот как ты говоришь, я ни хрена не понимаю, но я чувствую, что вот это оно. И где-то через для ума происходят какие-то фразы, какие-то разговоры, и у тебя что-то именно для ума совершается тоже. То есть ты чувствуешь, вроде как стоит того, да, отдать эти деньги. Но изначально вот это вот желание внутреннее, что ты просто чувствуешь вот эта чуйка, она есть у нас у всех, это вот и есть душа в том числе. А где, в каком месте чуйка? Ну, а у кого как? У меня просто вот в сознании ясность была. То есть я просто знала, вот это оно, все. Я пошла, мне через 2 дня я уже была на кухне. То есть оно случается внутри, и, как правило, вот запрос это, да, что есть что-то, что реагирует. Грубо говоря, сейчас смотрит человек ролик, и тут же нажимает кнопку, все, это мое. Ну, такое тоже так бывает. Бывает очень долгий подход, то есть когда не хватает очень сильный ум, например, вот очень умные люди, я сама такая тоже была, я просто реально... Можно ругать ноги? Нужно? Я реально заебалась, то есть у меня все было. О, чувствую сейчас. Да, да, я просто... Причем я уже начала умирать, у меня уже сделали операцию, я кашляла постоянно, то есть я просто чувствовала, все, это не то. Там Америка, Чикаго, там ты образование, там бизнес, та-та-та. То есть все, не работает. Я просто поднялась и поехала куда надо, на Бали. Все, оставила, продала любимое пианино, мне хватило на билет. И дальше просто вот в доверии. То есть там либо ты прям вот это чувство, что я заебался, и я чувствую, что вот это тоже не попробую, и это просто попадается. Либо какая-то, вот очень часто люди заходят с какой-то проблемой, то есть болезнь. Там, ну, опять же, это чувство вот этой краха жизни, да, что жить не хочется. И тут что-то появляется, и ты просто нутром чувствуешь, что, ну, про что я сказала. То есть там разные ракурсы, как можно в эту точку войти, но там само чувство. Ты почему-то хочешь, ты чувствуешь, что это оно. И даже если ты ни хрена не понимаешь, ты чувствуешь, что это оно. И у тебя тут же материализуются деньги, ты вспоминаешь, что у тебя там есть что-то, что продать, например, либо что у тебя заначка, либо что-то вдруг раз тебе кто-то дает. То есть деньги могут быть уже, а могут вспомниться. Да. Но слушай, вот это чувство на него. Вот это прямо я чувствую, прямо и поток пошел, и энергия, что-то заебался. Заебался, да. И реально у меня это случилось в жизни однажды тоже, что я заебался. А я устал в абьюзивных отношениях, когда у тебя, ты не знаешь, кто ты вообще. Ты просто шарашишь для семьи, для детей, для жены. А ты такой, кто я вообще, чего я хочу? Ты шарашишь зачем-то бизнесы, да, одну компанию, вторую, третью открываешь. Поток прибыли увеличивается, но ты постоянно хочешь больше. Больше дом, больше машин, больше новых телефонов, больше часов. Больше, больше, больше. И ты понимаешь, что там нет вообще никакого остановки. Там нет вообще грани, вообще вот этой большоты. Если ты наберешь всего этого, и тебе будет достаточно. Вот. И я тут реально вот в какой-то момент думаю, а как, а где жизнь-то? А как это жить, дышать полной грудью, как это жить, вот кайфовать от этих прекрасных ступенек, от этого моря в ноябре, вот, от того, что мы сидим, и мне жарко, потому что, ну, наверное, из-за того, что такой пласт информации, столько энергии в тебе находится, несмотря на то, что ты маленькая, миниатюрная девочка такая, вот, в возрасте 18 лет, вот, но там столько кладезь знаний, целый международный университет просто не то что тащишь, а несешь в себе, что и пробуждаешь людей. И это, по сути, то, что двигает меня в том числе, потому что, конечно же, вот еще у нас такой момент в университете, что мы не про то, что давайте все время чувствовать любовь, давайте вот закрывать глазки на вот любую неправду или правду, да, на неприятное. А тут и есть, то есть ты не просто улетаешь сознанием, да, через медитацию или через вот какие-то новые инструменты, которые получаешь за приличные деньги, да, а ты получаешь именно навыки, что делать
в моменты, когда у тебя вот эти вот как раз неприятные моменты случаются. То есть ты научаешься не реагировать на них, не пытаться сбежать, не наркоту или что-то там. Люди плывут. Какой сегодня? 9 ноября. Люди плавают. Причем они только что приплыли, да? Из-за скалы выплыли. Как это вообще возможно? То есть сама вот эта, ну, условно говоря, программа курса, именно что ты перепрошиваешь свое сознание не то, что тебе нужно в дуальности, вот это, мне нужно, я хочу, чтобы я все время был счастлив. Так не бывает. Потому что ты постоянно расширяешься, и тебе твоя же правда, ну вот то, что в сознании, вот цепи, да, ты просто видишь, о, цепь, значит, где-то у меня в сознании что-то есть. Она неспроста, это в материи прям четко. Поэтому навыки, что с этим делать, самодостаточно. Вот это очень важно, что у нас один из ракурсов, мы не подсаживаем на себя. Угу. Наша задача другая, мы хотим передать эти навыки, чтобы они прям строились у каждого своим способом каким-то. И когда человек уходит с курса, чтобы он умел этим управлять своим сознанием. Без всяких гуру, да, без... Да, да. Алло, Света, а да, что мне делать? Да, у меня тут проблема, да. А скажи, а получается вообще вот ваши выпускники, получается решить вопрос с деньгами? Конечно. Там, конечно. С отношениями, со здоровьем? Да. Это же все вот здесь, все же в голове? Да. И оно случается действительно, что разные люди приходят с разным запросом, и кто-то расширяется неимоверно, то есть там отпадают какие-то левые вообще вот эти, ну, угу. Перестает хотеться жрать. О, это про меня. Неправда. Точнее, это правда тоже есть. Перестает хотеться, например, наркоту, да, угу. Или что-то, потому что ты так привык к этим вибрациям. То есть случается какая-то правда нового уровня, не правда, а истина. То есть ты чувствуешь целостность. Потому что называется шаблон на восприятие, да, смена шаблона восприятия, курс. Именно что шаблон восприятия из дуальности в том числе, из жертвы, из отделенности в сознании целостности, то есть Творца. Когда ты смотришь на любые вызовы жизни, и ты знаешь, что с ними делать. Вот это очень, это самое такое, и оно стоит всего. Получается, да, что да. Ты не в Google забиваешь запрос такой, о чем мне делать, а там да, нет ответа. Как избавиться от помощи. Вот, а ты сам себе задаешь вопрос, а что сейчас происходит? Да. Да. Расскажи, вы разбираете такую тему? Вот я однажды столкнулся, и меня она прям кардинально жизнь поменяла. Причина во мне. Есть такой принцип, когда я понимаю, что все, что в мире происходит, да, причина во мне. Это отражение моего внутреннего мира. Если я сейчас сижу, наслаждаюсь солнцем, морем, этими прекрасными атмосферой, камнями, разговором с тобой, то значит во мне эта причина прекрасна, я прям кайфую. Да, да, да. А если я бы сидел и думал, блин, опять это море, жарко, эти камни невозможно ходить. Да какие-то женщины плавают в купальниках вообще постоянно. Портит вид, да? Да, да, да. Черт, цепь ржавая, не могли помыть что ли? Вот. Я бы сидел и тоже бы доставал из себя этот мир. Mm-hmm. А по сути дела, картинка-то, она зависит от меня, от моего состояния. Да, да. Так самое прикольное, что мувс – это как продолжение причины во мне. То есть это причина во мне – это просто, чтобы внять вот этот ракурс восприятия, что это все я. А далее происходит расширение, потому mm-hmm. что, опять же, сознание Творца, там не только причина во мне, но и умение именно взаимодействовать с тем, что... То есть не беря на себя всю ответственность, что это я, и значит, это я виноват, что там у кого-то нога сломана. Это все счищается как раз, и остается вот именно более широкое восприятие всего и понимание, что с этим делать, не только с причиной во мне, но и именно в коннекте с этим, как живы, как с тем, что с тобой взаимодействует. Угу. Всяко-разно, в зависимости от того, что в твоем сознании. То есть ты у себя меняешь сознание, оно взаимодействует. И у него тоже есть, это тоже, что все, вот в этом и есть, что абстракция, как сознание живое, что все абсолютно, даже камешки, цепь, которую ты позвал, это я шучу. Она, кстати, потому и ржавая, потому что ее помыли. Но вот это, что все живое, материя живая, потому что все сознание. И причина во мне, как начальная точка, что я могу с этим уже, я вижу, что это во мне, я перестаю с этим бороться. И дальше я научаюсь с этим жить в согласии, в единстве. То есть это более такое расширенное, то есть кто-то до этого расширяет. И получается, что мир не против меня, а это мое продолжение. Я. Да, это есть я. Ну хорошо, да. Давай вот пример. Ржавая цепь. Так. Вот она здесь находится. И что ты чувствуешь по отношению к ржавой цепи? Ничего. Ну, я чувствую, это просто часть реальности, и, ну вот, мне даже приятно ее трогать, потому что это было. Ну да, короче,
Это все детали, это декорации. Вот, в этом прикол, что я просто вижу, о, цепь, значит, у меня еще где-то я вспомнила. А где твое внимание сейчас? Здесь, ну, тут и там. И там. Ну, понятно, в сердце. Классно. А почему так дорого? Почему вот реально первая ступень и так дорого? Ну курс, есть, да? 15, 12, 30 тысяч рублей люди продают курсы, а тут какой-то курс, две недели, и хреново куча денег. Квартира целая. Какого-нибудь там есть. А проще или посложнее? Прям вот самый хардкор. У нас передача про хардкор. Хорошо, но вот с ракурса, коль мы заявили про сознание Творца, именно вот именно из целостности, что все вокруг – это путь, да? То есть мы видим тот же самый курс, например, как вот за 11 дней у тебя происходит какая-то трансформация. Там стопудняк случается момент, когда ты думаешь, ё-моё, в чём я ввязался, ещё и деньги как я дал. Чтобы этого не случилось, мы изначально, ну вот мы изначально... чтобы избежать. Да, чтобы избежать. А эта часть, она, ну не то, что всегда, но вот эта трансформация именно низов, скажем так, она всегда случается, потому что именно целостность, да? И там вот это восприятие именно для того, чтобы оно случилось, приходится это проживать, и поэтому приходится заранее, ну скажем так, инвестировать, вот такое слово идет, инвестировать в то, что я точно завершу этот курс, я точно хочу, потому что я заходил, ну вот я проявил это в материи. И тогда случается трансформация. Это один из ракурсов. Там их много на самом деле. Угу. Класс. Короче, чтобы избежать, если у тебя нет денег, нет желания разобраться в своем сознании, то ищи свой тупик. Кстати, у нас вон там, но мы туда не пойдем, да, потому что мы знаем, где нет тупиков. Там не тупик, да. Там всего лишь дверь, которая, возможно, открыта, а возможно, нет. Тоже вариант. Варианты же масса, как у кота Шрёдингера, да? Он то жив, то мертв, неважно. Мы можем, кстати, вот это тоже почему-то хочется, что вот этот ракурс восприятия, который тоже встраивается во время курса, что ты ничего не простраиваешь, ты не боишься больше, либо разбираешься со своими страхами, потому что ты знаешь, что может вот так случиться по-другому. У тебя все инструменты, я это называю панель управления Бога, панель Бога, управление своим сознанием. То есть у тебя есть инструменты, ты в нужный момент вспоминаешь, какой из них. То есть там нет каких-то алгоритмов, каких-то вот надо вот так вот, та-та-та-та-та, да? А ты просто, у тебя это встраивается с твоим интерфейсом, да, будь то ученый, там, музыкант или что-то, то есть игроман, да, как я. То есть каким-то своим способом оно встраивается, далее раскрывается, и ты просто живешь, кайфуя, делая акцент именно, что я хочу наслаждаться, я хочу любовь чувствовать, я хочу не бороться, а вот это, и это я тоже не отрицаю. То есть это тоже часть моего сознания. Я хочу вот это, и для того, чтобы это было, я с этим разбираюсь тоже. Вот. А что бы ты рекомендовала, к примеру, вот сейчас человек сидит и говорит, да, миллион это даже мало, как бы, схожу, посмотрю, это одна категория. А есть вот ребята, кто реально почувствовал желание внутри себя, и он такой, ну, в руках вот нет этих денег. И вот что вот с этим желанием, как научиться желать по-настоящему? Потому что я на себе прошел, когда желание истинное случается, у меня тут же появляются деньги, прямо вот в этот же день. И я и только задним числом простраивается прошлое, чтобы уму объяснить, почему это произошло. Угу. Вот. А как же, вот, что бы ты порекомендовала, такое простых два упражнения, что можно сделать человек, который очень хочет и хочет проверить, насколько его желание работает, насколько энергии у него хватает, чтобы он все-таки попал к тебе. Ближайший курс когда у нас? 11-го. 11-го, 11-го. Вот осталось у тебя 2 дня как раз. Да, но первое, что идет, хватит себя проверять. То есть вот это проверить, работает, а не работает, это все темница ума как раз есть. То есть это просто мозг пытается, он увидел какую-то реальность, надо просчитать, как туда попасть, куда инвестировать, кому написать, вот это все. То есть это все надо просто отпустить. Потому что, ну, секрет вообще, что в энергии, вот ты это наверняка транслируешь как раз тоже, я не вижу на своем канале, да, что если у меня нет энергии, если я что-то пытаюсь там проверить, это все дебри, это все тупик. То есть тут вот именно я не знаю как, я хочу, все. И я буду проходить стыды, я напишу там что-то, проживу, я буду ползти, как я ползла, да, вот, да, это вот, да, у меня все просто, буду, да, я буду просить, я буду проживать, когда мне будут говорить, это твоя гордыня, я буду соглашаться, хорошо, я хочу увидеть эту гордыню, например, но я хочу, я настолько хочу, что я готов это пройти, если мне нужно это пройти, да, либо у меня вот это вот, чик,
как только мы проходим, кстати, у меня так и бывает обычно, что когда вот это вот было, даже а сейчас перестроилась уже, наконец-то, после годов, что ты просто вот это проживаешь, там что-то, вот, я пойду за паровозом, босиком буду идти, без локтей. А потом, как только я думаю, ну все, я согласна, да, вот это смирение случается, тут же приходит смс, что пришли деньги, кто-то звонит, говорит, слушай, пойдем вот это вот, кто-то говорит, пойдем сотворим интервью, да, да. Да, и так далее, и так далее, вот у меня тут человек, да, то есть тут же вот так случается, как только ты, по сути, в своем сознании порешал вот эти вот как раз, ну, с правдой порешал, да, почему ты это решала, почему вообще она здесь, то есть порешал вот тут, энергия освободилась, ты поменялась реальность, ты пришел на другой уровень. Но, по сути же, правильно я понимаю, что когда ты начинаешь глубину желания познавать свои, то когда ты хочешь попасть на курс, то не обязательно желать, чтобы деньги появились. Да, ты же хочешь попасть на курс. Да, именно. А попасть на курс ты же разными способами можешь. Да. Найти организаторов, проявиться так, сказать, что, ну, как что-то сказать, что у тебя появится желание принять человека на курс. Да. Что ты почувствуешь в нем потенциал. Да. Вот. А испытать стыд, позвонить там, я не знаю, своему там мужчине, или там наоборот, если это мужчина, то женщине. И попросить денег. Да. У меня однажды, я говорю, я когда однажды на одно образование поступал, первый раз в жизни, там это было в 40 лет, наверное, мне захотелось прям, факультет высшего управления был, мне прям захотелось сюда. И я вот бегаю на дорожке такой, и у меня мысль приходит, съезди к папе, попроси. И реально, я мысль эту поймал, выхожу из раздевалки, говорю, пап, ты где? Вот. А он ну, в километре на машине стоит, ждет племянника. Представляешь, я подъезжаю тут же, сажусь в машину, пап, слушай, не знаю, что, как буду объяснять. Вот, никогда не просил, но единственное образование в мире, которое хочу получить, это. Он такой говорит, сколько надо? Я говорю, столько-то. Он говорит, ну, хорошо, я подумаю, а сколько времени? Я говорю, ну, в течение месяца можно заплатить. Он говорит, да, хорошо. Утром на следующий день звонит, приезжай в офис, забирай. Да. Я никогда в жизни у него не просил. И для меня это было просто чудо. И поэтому... А через это проработка стыда, кого-то попросить, потому что это вам надо. И Вселенная, Бог принесет вам на блюдечке это решение. Да, потому что тут вот именно вот этот аспект, что не просто сознание, а физика сознания. То есть не просто у себя там порешать, вот это я все проработал, вот это слово, да? Да. Так любим прорабатывать свое сознание, это все устаревшее. Что намного легче вот так случается, когда ты, проработав сознание, подтвердил по сути как бы, да, но на самом деле у тебя настолько очистилось сознание, что ты вот мурашки сейчас, что ты просто встаешь и делаешь. То есть не заставляя себя, не там пытаясь, что такое прокрастинация, как там проставить воронку. Ну, у меня нет денег, я жертва, и да, все, меньше жертва, не будет. Вот, меня там не пустили на курс, вот, типа, сами дорастете до меня. То есть вот это все нахрен просто в топку, как я это называю, в источник, да. И просто я хочу все, я вот что надо, пусть это будет, ну пусть у меня руки-ноги останутся, да, по две, а не по полторы, как я иногда шучу. Ну как бы да, я хочу там следующий уровень уже, когда ты вот это все отпускаешь, потому что у тебя свобода в материю именно, да, уже. Но это уже после мусора, это как раз, кстати, лаборатория сознания. Ну, небольшой там, да. Но там от миллиона долларов. Да. Вот, но и это не в голове. Это не в голове, это здесь, и вот это чувство, сознание, да. И вот эта материя, да, что все живое, и это в натуре, ребята, я все время говорю, это не философия, мы не про философию, мы в натуре, вживую, это про бабки, короче, мы про бабки. Бабки в том числе, как следствие. Следствие, да, когда повышается энергия любви. Да, что это новая игра, это уровень, который, я говорю, вот только почувствуй. Что мы это говорим, это вдохновение, как если нет этого запроса, не случилось вот именно вот это «я хочу», ни хрена не понимаю, что они говорят, про сердце, любовь, вот эти прописные истины, но я чувствую, это оно, все. Вот если случилось, вот просто направить внимание, мурашечки да, у меня еще усилились. И просто идти в эту реальность и смотреть, вот, вот, кстати, второй вопрос, ты говоришь, первый, отпустить вот эту проверки и все вот эти умственные, да, зачины, и захотеть, я забыла второй. Захотеть. И просто захотеть. Да. Ну, хорошо, сейчас помнится. Какая концовочка могла быть? Забыла. Ну, короче, давай концовочка тогда. А что бы ты вот пожелала человеку, который... Вот у него вопрос где-то зреет. Вот у меня был вопрос, а кто я? А куда мне вообще? А что я могу для себя хотеть вообще? А что я могу для себя хотеть? У меня был главный вопрос в 40 лет. И вот что бы ты порекомендовала такому человеку, ну, как бы... Куда посмотреть? Ну, есть у него вокруг, нет. Но вопрос где-то мается, знаешь. И как бы ты его откладываешь постоянно, раз отложил, и опять вот пожарная машина, там все эти хлопоты, заботы, короче.
А потом раз опять такой вспоминаешь, такой подсобик, я же где-то есть. И мувс дает ответ на кто я такой и для чего я здесь. На каком-то этапе да, просто потом неимоверно случается вот это расширение, которое, он поэтому базовый курс, что он, не потому что он такой простой, там охренеть, там такая чистка происходит, поэтому и цена такая, чтобы не порвало в буквальном смысле, потому что кто заходит бесплатно, потому что там по блату или там что-то, то тут же здоровье, там семья, что-то еще. Ну, внять не может, да, внять невозможно, а запрос есть, то есть поэтому курс достаточно дорогой, чтобы в материи оно, ну, по, ну, чтобы с двумя руками, как я говорю, да. Ногами. Но само вот это... Напомни вопрос? Нет, видишь, поток просто несет туда. Вообще нормальный вопрос был. Да. И мы... Тёма прикол мувса, что... А, кто я? Прости, пожалуйста. Вот, да, кто я? Что ты когда входишь, от того, что еще очень много старого как раз сознания, вот этой старой трехдэшной, когда нужно знать, что я там бизнесмен, я там та-та-та, жена, там олигарха или еще, то есть какие-то формы. Я табличка на двери. Я табличка на двери, да-да-да, или я там присутствие даже, вот это. Mm-hmm. То есть это все до какого-то этапа, но потом базовый курс, вот то, что я говорила, ты получаешь вот эти навыки, ты начинаешь расширяться, потому что твое сознание начинает, перепрошивка меняется, ты по-другому смотришь на все, ты расширяешься, и в какой-то момент вот это случается, да какая нахрен разница, кто я? Я чувствую любовь, я чувствую силу, у меня все свершается, да. Я бессмертен, если ты веришь в это. Как это, как проверить вот это, мы все боги. Да, ты можешь управлять временем, ты знаешь, как переписать прошлое, ты бессмертен, да, ты живешь вечно. То есть вот, в правде посмотреть в глаза и сказать, да, живу, но вот мне вот тут вот надо, ну там, что-то приглетает. В общем, все, что мы сказали, это про физику сознания. Это про университет физики сознания. О! Международный. Комар даже меня до крови укусил. Серьезно? Да. Зачин нормальный, поэтому курс будет вообще великолепный. Да. Материю уже природу отдали. Вот. Люблю вас всех. Да, пишите свои вопросы, запрашивайте контакты, будем вас соединять со Светланой. И добро пожаловать на курс. Да, добро пожаловать на курс. Добро пожаловать в новую жизнь. В новую реальность, да. В новую себя. Пока-пока. А, сука, больно. Так на курсе не случается? Ну, бывает, конечно. А что самое больное на курсе мувс? На курсе мувс? Гордыня. Как обычно. Потому что все про себя как раз знают, кто я эксперт, у меня дипломы. А приезжают туда, и оказывается, что они ни хрена не знают, что все, что было до, это была подготовка. И, ну, конечно же, такой, в смысле я ничего не знаю? В смысле? Я 35 лет в эзотерике, у меня диплом, докторская по философии, по психологии. И приходится это брать, снимать, отдавать и становиться настоящим. Аминь.